Привет. Нормально. Да уже привык к этой плите. Слушай, что я хотел спросить, тут что-то жене говорили, что можно тут где-то у вас поселиться. Четвертый этаж, по-моему, или пятый. Там, короче, это парикмахерская, типа. Учебная или? Ну, они там типа работают, тренируются. Мастерская. И там, по-моему, по определенным дням, там то ли четверга по пятнице что-то, до часу, до двух, до пропада. Поэтому я такое что-то заслужил, они такие, там сегодня не работает, типа. Сказали, там, понедельник, среда не работает, вроде на четверг пятница работает. Там я знаю, что вы не сходите на пятый, там должен быть вайбер, номер телефона, там можно поговорить на вот так, написать им. О, супер, спасибо. Играть в бегах, знаешь, рассчитать. Ну да.
Здоровечко.
Може, тебе та повезло. Поняв шефа, я щось провтикав тобі чайник поставити, я побіг з гречкою. В смысле? Я купальник Харин, запомнился, а там типа заряд положения вода, и оно на животе. Чуешь? 35 гривен. Збігати скроньку тут взагалі? А там на базарі сьогодні я був шоці. Він здоровий капець, він широкий, довгий. Я заблудився, так. Я не знайшов вихід.